Гунтерия Медина. Запрета. Что-то там они решают. Что они решают? Сейчас мы посмотрим. Главный бухгалтер спал. Сидят. Это, ну, честно говоря, тоже просто. Пытаемся понять, что они там закрылись. Границы, там самое удивительное, что вот это же уже уголовное преступление. Три человека. Мы сейчас поставили цель перед собой. Собрать все интервью. Дали интервью. Дали интервью. Дали интервью. Работаете? Уже отработались. Пока. С одними фотоскамерами они будут. Ну что, переместимся в центральный город. А где Сухина вообще? Вон он. Ну все, и закрылись. Пойдем. Так вам включение сейчас делаем. Пойдемте. Идемте. Я вас переведу уже в другой корпус, где они сидят. 19-летний задний. Да почему не обязательно? Мы снимаем. Студенты можете кого снимать. Так мы снимаем абитуриента. Вы же будущий студент. Видите, я переживаю, мне ничего сказать. Еще документы принимают? Документы? Ну да. Практически. Для избранных, да? Да. Какие вот документы собрали? Все, которые нужно. Какие нужно? Я просто забыл. На сколько за нож дали? Все на бумаге написано, я говорю, забылся. Лина? Еще раз представлюсь, Потоцкая Лина, общественная деятельность. Расскажите, еще все помню, вы дело в том, что мы на протяжении уже нескольких дней пытаемся получить информацию в отношении того, будет ли выплачена заработная. Подпись в казначействе находится выполняющий, который самопровозглашенный, вот как мы их называем на всех ваших эфирах, ГКЧПисты, которые ведут свою отдельную, так сказать, бухгалтерию, свою отдельную деятельность на территории Медицинского университета. Опираясь на то, что якобы их проголосовал трудовой коллектив, и мы каждый раз тем журналистам подчеркиваем, что в правовом поле, даже если опираться на решение трудового коллектива, хотя оно было собрано нелегитимно, неправильно по квотированию, без объявления, но даже если опустить все эти аспекты, то это решение должно быть обязательно согласовано с Министерством здравоохранения. Есть момент, который подразумевает то, что необходимо в обязательном порядке сейчас выплатить людям заработную плату. Бухгалтерия саботирует руководство, которое согласовано с ВОЗом, и проводит какие-то бесконечные манипуляции, которые ведут к сырью выплаты сейчас аванса сотрудникам и студентам стипендий. Поэтому это серьезный социальный бум, социальный взрыв, который необходим для того, чтобы поднимать людей массу, для того, чтобы показывать, что есть проблемы в организации работы Одесского национального медицинского университета. Мы, журналисты, мы пытаемся на протяжении нескольких дней получить информацию от главного бухгалтера, которая просто убегает. Главный бухгалтер не дает никакие, не выполняет приказы выполняющего обовески ректора Дубининой, не отвечает на ее запросы по выполнению определенных процедур. В этой же команде работает начальник отдела кадров. И таким образом, мы сегодня очень хотим с вашей помощью привлечь внимание к вопросу того, что в Одесском национальном медицинском университете пытаются сорвать выплату аванса и стипендии студентов. Кроме всего прочего, мы постоянно сталкиваемся с той ситуацией, что на территории находятся тетушки, которых привлек Валерий Николаевич Запорожан. Мы пытаемся добиться от них, кто они. Они говорят, что они громадская организация. Какая, они не объявляют. Охранная фирма, какая, они не говорят. Договор об охране не предоставляет, свое удостоверение охраны в том числе. Мы просто по-человечески объясняем, что их сегодняшняя помощь определенным лицам, она препятствует сегодня нормальной жизни тысяч людей, которые работают в этом национальном медицинском университете. Ну, на разговоры они, конечно, не поддаются, поэтому, когда мы сегодня поднялись в кабинет главного бухгалтера для того, чтобы все-таки уточнить,
каков процесс, что происходит, есть ли риски по заработной плате, вернее, авансу и выплате стипендий, добиться ответа мы не можем. То, что вы сейчас тоже наблюдали, что человек просто сорвался и убирает. С прессой общаться. Нелегитимное руководство не хочет. Телефоны Валерия Николаевича не отвечают. Вчера он вывозил вещи из своего кабинета. Но, тем не менее, группа лиц, которая его поддерживает, она продолжает свою подрывную работу. То есть Сухин сейчас, да, в основном ведет? Сухин сейчас захватил влияние на бухгалтерии, и вот они совершают... Они его назначили как коревником? Они его назначили коревником на сборах. Я так понимаю, сегодня мы видели, что с бухгалтерии выбегали, это Сухин был там и еще. Там был Сухин, там был Таравлин, там была главная бухгалтер Францева, и впереди них шел молодой человек, опять-таки, из той группы ребят, которые...